Сегодня хотелось бы поговорить об ивах. К этой теме мы подбирались очень долго. И, наверное, так и не собрались бы, если бы один из наших подписчиков не попросил осветить эту тему. Почему долго? Не могли найти удачный формат для подачи материала. Есть такие растения, о которых можно говорить долго, и невозможно уложиться в 10-минутный формат канала. И ивы относятся именно к таким. Скажу честно, что к ивам я долгое время не испытывала особого интереса. В моем понимании ива была почти сорным растением. Другое дело пихта или какой-нибудь редкий вид клена. Но все изменилось после того, как я услышала выступление Александра Марченко на одной из конференций. Он говорил об ивах так, что не влюбиться в это растение было невозможно. И тогда я впервые посмотрела на эти растения совсем под другим углом. Ивы очень многоликие и разнообразные. Они могут быть низкими стелющимися кустарниками или высокими плакучими красавицами. Листья ивы, кроме классической формы, могут быть округлыми или вообще кудрявыми. А кора? Вы когда-нибудь замечали, что кора у ив разнообразна? От желтой до пурпурной. Многие ивы являются украшением участка не только весной или летом, но и зимой. Да-да, именно зимой. Почему-то мы привыкли считать, что зимой могут украсить нас участок лишь хвойные. А это не так. Посмотрите, как изящная и завораживающая ива под шапками инея или снега, а яркая кора, она словно светится. Разнообразие ив велико. Есть черты, которые присущи всем ивам. Большинство ив великолепно приживаются и легко укореняются. Ива абсолютно не боится ветров, а к почвенным условиям совершенно нетребовательна. Может расти на самых различных почвах. Мы привыкли видеть иву на влажных грунтах. Иногда на полностью подтапляемых участках. Связано это с тем, что для всхожести семян нужно много воды, а вот для взрослого растения это уже не так важно. Конечно, плодородная земля с обилием влаги иве больше понравится, но ива растет и на более бедных грунтах, даже на таких, где вообще мало что растет. Очень часто ива является пионером. Ее опавшие листва, корневая активность улучшают состав гумуса и почвенную структуру, увеличат количество питательных веществ, тем самым создавая благоприятные условия для других, более капризных растений. На просторах интернета мы нашли информацию, что были исследования, которые показали, что некоторые разновидности ивы не только устойчивы к наличию тяжелых металлов, а некоторые их даже поглощают. На этом же сайте указано, что горы отходов на севере Англии благодаря иве стали гораздо более привлекательными как для местных людей, так и для дикой флоры и фауны. Этот факт делает иву интересной не только для частного садоводства, но и для городского озеленения. Но, увы, не так часто ее используют в городских посадках, как хотелось бы. Что еще можно сказать об ивах? Конечно, можно отметить ее быстрый рост. Думаю, что на этой отличительной черте мы останавливаться не будем. Быстрый рост и хорошая приживаемость всем и так хорошо известны. Однако, возможно, именно быстрый рост и привел к не очень долгому сроку жизни. В зависимости от вида, ивы живут от 20 до 50 лет. Хотя, конечно, есть и исключения. В Омске, например, растет ива белая, чей возраст, по оценкам экспертов, более 150 лет. Уже давно стала притчей во языцах способность ивы быстро восстанавливаться. Если по каким-то причинам ствол пострадал, например, механические повреждения или последствия неудачной зимы, ива очень быстро восстановится. При этом количество побегов будет заметно больше. Невольно вспоминается сказка про чудо-юдо, когда на месте одной срубленной головы чудовище вырастало 2, 3, 10, 15. С чертами, объединяющих большинство ив, мы более или менее разобрались. Теперь давайте поговорим о видовом разнообразии. Начать хотелось бы с Алекс Фрагилис, ивы ломкой. Иногда между собой садоводы называют ее шаровидной или самостригущейся. Это связано с формой кроны. Ветки поддерживают куполообразную форму и похожи на спицы зонтика. Глядя на эту иву, кажется, что она только-только вышла из-под ножниц парикмахера. Такая крона больше характерна для ивы, произрастающей вдоль Балтики. Она получила название формы Булата. В других районах она менее правильная и более асимметричная. А вот свое ботаническое название ломкая она получила из-за высокой способности к вегетативному размножению. Ветки, начиная с 4-летнего возраста, становятся более ломкими. Под действием ветра отламываются и ветром разносятся на большие расстояния. Несмотря на то, что Салекс фрагилис считается деревом средней величины или крупным кустарником, высота ее от 5 до 15 метров, а ширина
от 6 до 8. Растет крайне быстро. Листья длинные, вытянутые. Молодые побеги желтые. Очень эффектно смотрится на фоне белого снега. Кто-то из подписчиков спрашивал, какие растения подходят для тяжелых глинистых почв и затопляемых территорий. Рекомендуем обратить внимание на иву ломкую. Еще одна ива, о которой хотелось бы поговорить, это ива белая, Салекс альба. Встречается почти везде, за исключением крайнего севера. Ее морозостойкость поражает. Ее вполне легко можно отнести ко второй зоне. К почвам не требовательно, но предпочитает влажные песчаные грунты. Отличительной чертой может быть тот факт, что белая ива крайне редко дает поросль. У белой ивы очень много декоративных форм и сортов, чего стоит только форма аргентея, лист которой из-за белого опушения кажется серебристым. Но ива белая и ломкая достаточно крупные растения, которые подойдут не для каждого участка. На 6 сотках эти растения могут смотреться немного неуместно. Они попросту займут половину участка, и вы не сможете посадить другие понравившиеся вам растения. Поэтому мы хотим рассказать вам еще о нескольких видах. Обратите внимание на иву удскую, или она чаще встречается под названием сахалинская. Эту иву можно встретить по берегам рек Якутии, Дальнего Востока. Встречается она в Японии и Китае. Сама по себе сахалинская ива почти не используется в ландшафтном дизайне. А вот ее сорт сека стал популярным во всем мире. Японцы называют секу драконьей ивой. Ее используют там не только в садах, но и при создании икебаны. Летом она напоминает тропический кустарник. Осенью поражает ярко-желтой окраской, а зимой снег подчеркивает ее экзотическую форму, не похожую ни на одну другую иву. Представьте себе кустарник с очень необычными побегами. Концы побегов расширенные, искривленные, сплющенные и закрученные в крупный плоский завиток. Еще одна ива, которая в последнее время становится очень популярной, это ива корзиночная. Именно из нее делают заборы и беседки, а где-то в Германии есть действующий храм, полностью сплетенный из живой ивы. Использовать эту иву как материал для строительства – идея интересная и на самом деле не новая. Но пока что у нас нет полной статистики, как корзиночная ива реагирует наш на капризный климат. Будем экспериментировать, а потом обязательно вам расскажем. И, возможно, очень скоро заборы из профлиста и бетона заменят красивые зеленые заборы. Причем зеленые в буквальном смысле этого слова. Несколько слов об ивах, которые не очень хорошо зарекомендовали себя в нашем климате. В первую очередь это ива вавилонская или ива плакучая. Красивая и очень декоративная, имеющая множество интересных форм и сортов. Однако вавилонская ива абсолютно не морозостойкая. Ежегодно ее побеги обмерзают. Они, конечно, отрастают в течение вегетационного сезона. Но разве это дело? Как при такой зимостойкости растение превратится в 10-метровую красавицу? Так уж получилось, что в Африке вавилонской иве понравилось больше, чем в условиях северо-запада. Еще одна ива, которая не всегда радует наших садоводов, но очень красива. Это ива цельнолистная, а конкретно ее сорт хакуранишики. В природе цельнолистная растет на влажных грунтах и по берегам рек, на японских островах Хосю и Кюсю, а также встречается на Корейском полуострове. В почве она совсем не требовательна, будет расти на глинистых почвах и на песчаных. Предпочитает исключительно солнечные места, но слабым ее местом опять является морозостойкость. Но если от вавилонской можно с легкостью отказаться, то совсем отказаться от хакуранишики очень сложно. Как можно смириться с мыслью, что у вас не будет расти дерево с нежной пестрой листвой, весной напоминающей фламинго? Попробовать посадить его можно. В этом случае почва должна быть не глинистой, место должно быть солнечным. И самое главное, избегайте хакуранишики на штамбе. Если кустовая форма имеет хоть какие-то шансы, то у штамбовых форм они равны нулю. Если вы решитесь поэкспериментировать с хакуранишики, советуем посмотреть ролик о пестролистных формах. Там вы также найдете советы, которые помогут найти подход к этому сорту. Ну и напоследок, это ива козия. Несмотря на то, что самая дешевая плакучая форма – это привитая козья ива, несмотря на то, что козья ива зима и морозостойка – это моя самая-самая нелюбимая ива. Давайте откроем описание в интернете. Что о ней пишут? Салис каприа пендула – восхитительное декоративное дерево, которое добавляет изящество и красоту в сад.
Ее тонкие маятниковые ветви создают иллюзию живого зонтика или фонтана. Как ива, это дерево, естественно, поддается использованию вблизи прудов и других водных объектов. Серебристые сережки покрывают ее стебли в конце зимы, возвещая о прибытии весны. Красота! И ведь нет ни одного слова неправды. Но! А вот обо всех «но» и почему я ужасно не люблю козью иву в другой раз. До скорых встреч! Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, приезжайте к нам в садовый центр. Удачи!